приехали в магазин. У нас вот дверь такая есть. И у нее убитые чуть-чуть петли. И доводчик вытелись. Утюг его тоже поменяем. Так, мы начинаем с выкручивания шплинтов, которые держат декоративную крышечку. Снимаем декоративные вот эти штучки. Под ними оказываются винты видны. Эти винты, которые на створке, отвечают за диагональ наклон. Винты, которые на раме, отвечают за верх-низ. Но мы сейчас будем выкручивать. Один винт выкрутили. Прежде чем полностью его выкручивать, смотрим, пружинит. Пружинит или нет. Есть там пружинка на закладной. Здесь все пружинит, как мы видим. Так что смело можем выкручивать. У нас закладная при этом не упадет. Все. Демонтировано. Вот эти самые закладные. Вот они пружинятся, значит, они не упадут. Собираем петли. Обычно они правые, собраны из завода. А нам надо левые. Вот наша петля и крепеж. Сейчас берем ее и крутим. Эти понки не выкручиваются. И приходится вот так небарским путем сбивать накладки. Мы сняли старый доводчик. Здесь вот масло течет. А вот что происходит, когда их часто меняют. И ставят их и сюда ставили, и сюда ставили. Как красота. Сколько вот раз тут меняли доводчик, кто может посчитать? Бывает даже такое, что и молотком, и стамеской. Сломали раз стамеску, сломали два стамеску. Тогда нам приходится включать тяжелую артиллерию. Блин, все равно не вытаскивается. У нас получилось. Спилили, блин, горячая алюмишечка. Почему он не стал выкручиваться, непонятно. Всю петлю мы эту сняли, можно посмотреть ее состояние. Такое вот интересное. Так, как обычно, какие-то шайбы. Вот что осталось от подшипника. И, соответственно, тут все болтается. Это люфт, поэтому он зазоры не держит. Что ж, кидаемся сюда. Так, ставим фиксатор. У части, которая ставится на створке, у нее прорези вертикальные. Она фиксирует вертикаль. Ставим. У этой горизонтальной прорези она фиксирует вверх-вниз высоту. Тоже ставим. Так. Так. На самом деле не очень удобно это делать. Одной рукой. Когда мы наживили все петли, мы выставляем зазор с помощью. Обычно мы делаем это с помощью рисовочных пластин, то есть он должен везде быть одинаковый. Что здесь, что здесь. Вот, и после этого мы уже протягиваем. Да, еще важно выровнять саму петлю, чтобы она не была как-то боком или криво. Вот, все петли мы протягиваем. После того, как все подкрутили, можно уже закрывать. И затягиваем. Мусор. Надеваются заглушечки. Симпатичные. Так, доводчик, проверяем доводчик. Доводчик заменили. Как он работает? Первый такт, второй такт. Все доводит плотненько. Поработает еще много-много лет.